Губернаторская программа по ремонту подъездов в Подмосковье реализуется на территории округа с 2016 года. А на сегодняшний день по территории Одинцовского округа проведен ремонт 250 подъездов в этом году. И эта программа, она работает у нас не первый год, соответственно, в следующем году планируем продолжить ремонты. Суть этой программы состоит в том, что 50% предельной стоимости ремонта подъездов, который составляет для этого дома 480 тысяч рублей, оплачивают с графы содержания ремонт жилого помещения собственники, а 50% оплачивает муниципальное образование и правительство Московской области. Такое распределение финансовых затрат позволяет сделать гораздо больше работ, чем управляющая компания может предложить собственникам. А у жителей появляется возможность беспрепятственно привлекать контролирующие органы для осуществления дополнительного надзора за качеством выполняемых работ. По вопросам, связанным с качеством материалов, у нас идет контроль со стороны правительства Московской области. А по вопросам, связанным с различными нюансами, которые жители хотели бы учесть при ремонте подъездов, в обязательном порядке идет обсуждение с жителями до начала ремонта, и после окончания ремонта жители также осуществляют приемку самих работ, что повышает качество. Построенный в 2008 году многоквартирный дом номер 27 в Зареченском переулке в Звенигороде своего участия в программе ждал почти 6 лет. Жители неоднократно обращались в теруправление с просьбой отремонтировать подъезды во всем доме. Но так как он является относительно молодым, приходил отказ. Между тем, дом находился без ремонта 12 лет. Соответственно, плитка уже была разбита на полу. На ступенях ее не было никогда. В каких-то местах она совсем колотая, к примеру, да, цементная. Ну, естественно, не отмыты стены были совершенно после сдачи дома. И формально дом не был готов к заселению. То есть он был предыдущей строительной компании просто брошен. Жильцы дома отмечают слаженную работу с управляющей организацией по всем вопросам, касающимся проведения ремонта. Последовательность работ, цвет и качество строительных материалов обсуждали совместно. Я, как председатель совета дома, участвовала во всех работах, контролировала, отсматривала все этапы. На сегодняшний день жители МКД уже ощутили положительные изменения. В доме уложили напольную плитку на этажах, установили новые входные и тамбурные двери, отремонтировали входные группы, привели в соответствие с системой безопасности электроснабжения. Дискомфорт был очень кратковременным, и я хочу отметить, что управляющая сделала быстро действительно все. То есть где-то на укладку плитку в каждом подъезде уходило около 2 недель. Это, ну, можно сказать, рекордные сроки, потому что на доделки ушел месяц, а за 2 месяца были сделаны подъезды. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».